Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком ином нет спасения, дамы и господа, братья, сестры, друзья, товарищи, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Им мы спасены, им мы спасаемся. Да, слава Искупителю всего рода человеческого! Друзья, приветствую всех вас с Грузии, Сакартвело, да, с города Тбилиси. В эти дни я здесь, да, молюсь о духовном пробуждении Кавказа, Грузии, Кавказа, всех народов Кавказа, всех народов, проживающих здесь, в Грузии. Молюсь о духовном пробуждении, да, здесь, в Тбилиси, непосредственно, да, о служении нашей Киевской архиепископии, Реформаторской православной церкви Христа Спасителя здесь, в Тбилиси, в Грузии, по всему Кавказу. Тбилиси, и вот как и сама Грузия, вся Сакартвело, да, это сердце Кавказа. И пусть из сердца Кавказа проистекают источники жизни, да, ко всем народам, ко всем племенам, и Кавказа, и Закавказья. Слава Богу! Во имя Иисуса Христа молюсь о духовном пробуждении стран бывшего безбожного, этого атеистического, да, воинствующего, империи зла, этой бывшего Советского Союза. Молюсь о том, чтобы действительно все народы, да, прославили Господа Иисуса. Прежнее время умолял эту землю атеистической пропагандой, безбожием, да, противобожием, богоборчеством, в самом плохом смысле этого слова, воинствующие безбожники, да. Но нынешнее время, да, прославит эту землю сладчайшим именем Иисуса Христа. Слава Господу! Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми, со всеми, со всеми нами. Аминь. Да, с Богом, друзья. Благословляю всех вас. Обнимаю, целую из города Тбилиси, с Кавказа, с любовью во Христе Иисусе.